Называет себя. Так, озер. Чё, мне фигло, что ли? Воздух. Нет, царь, тебя нельзя. Да, не хватит ДПС. Чё, посмотрим, чё он сдох. Так, ответный удар 24 тысячи. 6 тысяч сопротивления. Это 30 стаков. Может, меньше, что ли? 20 с лишним точно. Узер, ты тут? Кто там еще из хилла сдох? Пчелки на чего сдох? Когда? Все еще ночью не вдохал. В прошлом рей... Трая сдох. В этом Трая еще кто сдох? Раньше в этот вайп. В этом я точно не умирал. Не, там Бузер только кто дальше. Все от этого. Ты им еще не сказал то, что когда вторая глыба ставится, чтобы они ровно становились, потому что Холипал у нас притянула на стяжке. А вам надо сказать? Ну, Холипалу, видно, надо сказать. Его что притянуло одного. Фишка в том, что не знаю, от чего это зависит. Даже если ты остановишься прямо, все равно есть шанс, что тебя притянуло. Нет. Есть шанс. Но только тогда, когда ты стоишь слишком далеко от этой глыбы. То есть она по факту тебя не перекрывает. Допустим, стоит на ступеньке, то тебя... Что трудно. Еще раз? В ДД. Ну вот смотри, фишка, когда где-то недели две назад, если бы, блядь, не Rocket Boots, меня вот ровно притянуло из толпы. Я единственного. Если бы не Rocket Boots, не Boots, я бы... Ты под глыбой стоял? Да, ровно со всеми стоял. Меня вытянуло, сука, одного из толпы. Чела. Поэтому есть шанс. Есть спек? Или нету? Есть спек, но мне время нужно. Ясно, туда не надо. А, ну, в смысле, мне нужно это, вещи там, проставить. Ну, этот, давай, проставляй. Короче, минута. Не, давай, зачарь, пожалуйста, шаману нашему сапоги на скорость. Мне кажется, это повысит его вызываемость. Джейвса можешь? Джейвса справа, слева, быстрей. Можно сделать спек с качественным волком шамана и нажимать волка. Там сколько процентов? 30% скорости. Ну пока он сделает это. Да камон, ну ребят, ну какая скорость? У меня никакой чарки не стоит, я каждый раз успеваю отбежать. Ну это ты, царь это ты, шамах, а это обмен. Вот он. Шамах, обмен, медвоем. Не кидай ботинки, быстрее. Выпрыгивай справа, вот, да, справа. Ребята, вам же объясняют, если вы хотите убегать, то стойте ближе к боссу. А чё? У него эти, как его, Rocket Boots. Зачем? Ясно, понятно. Так, вот, так он их не жмет никогда. Ты чё, ещё? Все, я готов. Сильный шаман. Чек на готовность. Так, все готовы. Заводим. Чёлкин по турбойсу. Бежали. Воздушная фаза. Забери фростфауэр.
Задум, Вальтер, дали мне двое шамаху. Вышли. Вышли. Быстрее. Команды. Слева близко. Центр. Разбили. Рота ауру отдай, макрекер. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Макрекер по царю обезьян сами. Убежали. Вальтер, мастер, ауру. Воздушная фаза. Эль Рей, царь обезьян, танкадру, Далин, Шамах. О, господи. Ну, делитесь местом, в чем проблема? Ну, блин, я встал, взял, ко мне подбежал. А я что-то не заметил, что на тебе слева. Слева близко, не надо говорить лишних. Справа близко. Слева далеко. Правый стоп. Разбили. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Просто освободи. Не надо. Забери. Челкин по турбосе сами. Воздушная фаза. Макрякер, Дайгрин, Френфиш, царь обезьян, Сомервиль, вышли. За глыбу забежали, за глыбу. Мастер аут. Тихо, захиливаем. Перебежали. Захиливаем рейд. Подниму Пчелкина. По центру далеко. Не того надо было. Вставай. Танкадру Тиджея. По центру. Сейчас уже после бомбы можно. Ману Пчелкину залейте. Разбили. Жми пчелки, не резай ману. Пожалуйста. Дадим. Ран. Да, давай. Потурбиться. Долгим. Вторая фаза, готовимся.
Ну, Ума Тума налево. Блять, почему? Слишком близко. Майда прохилил. Назал. Сомер, отойдите. Сомер, блин, закрестите, блять. Да, блять. Ну что, блять? Второй раз, блять. Завязывай. Не везет мне с этой РНЖ, прям. Иди. Или Рейна центр. Я останусь в звезде. Забрал. Забрал, забрал, Войд. Двое прохил. Захильте на фул хп, ну. Джованни на хп. Дали на центр. Шарпистул на хп. Да. Танков на фул, иначе выпнемся. Бузер налево. Нет, бузер на центр. С центра ушли. Он в звезде, если что, прячьтесь. Блять. Прячьтесь. Дал просейв. Захили. Миша, дай этот. Майк. Зачем ты встал опять в эту же, блять, метку? Ты, блядь, очередь сбил и все. Блять. Мне горит нахуй. Там еще есть для тупых тактика вообще, там когда просто в одну центральную вот эту ставишь всегда и все. Так, по-моему, очередь сбил не в этот, не последний, а тот, кто третий был. Дорога сбил, Элрейс. Очередь. С какого-то хуя он решил встать в звездочку, когда с был в круг. Надо им было. Потому что в центре, блядь, стояло дохуя людей. А да так чё, вот знаешь, наших паладинов, которые два раза подряд морозили. Это уже был бы не. Это были бы не твои проблемы, если они заморозились. Вот бы так и так. В чем проблема отойти левее, скажи мне? Какая нахуй очередь? Ну какая тебе проблема стать в центр, а не остаться? Нет, смотри, вот окей, я тебе скажу, я тебе просто скажу, вот как проще сбежаться в одну точку за звездочку всем остальным членам рейда или одному чуваку подбежать в кружочек и поставить, ты мне скажи. Я без проблем, я буду ставить по очереди. Нет, я тебе просто иди вопрос за задал, я хочу конкретно. Да что сразу за паладина цепляешься? Ладно, забей. Потому что просто, я тебе сейчас объясню, видишь, что они, может быть. Да у них в голове, понимаешь, они не понимают, как босс этот работает. Они вот привыкли делать одно и то же всегда. И в этом все и проблема. Это извечный русский вопрос, и украинский, неважно. Смотри, паладин, который дважды приморозился. Похуй, что приморозился ты один. Могло по цепной приморозить всех остальных. Просто нахуй весь... Дважды, блядь. Я это понимаю. Я тебе так объясняю. А нахуя я ты не стоишь ты... близко? Слушай, во-первых, виноват ты сейчас, и не надо стрелки кидать. Во-вторых, я отошел. В чем я виноват? В том, что вы не сбежали за глыбу? Да все, завязывайте. Почему я успел? Почему дохуя пол рейда успела сбежаться, половина не сбежала? Там притяжка. А не ты виноват, виноват вообще Бузер, то что когда ему сказали в центр, он, блядь, побежал, почему-то нихуя нет. Если мой косяк по сбиванию очереди, хуй с ним, дайте ГП, если вы так считаете. Я не обижусь, я не Алиса, я не буду ливать скинами со стороны. Айси 500. Да блять, нет, похуй. Ладно. Я шучу. Да, завязывайте. Похуй. Слушай, Тёма, я думаю, надо Биби пускай зайдет на Лока, а шаман этот пускай отдохнет. Вот этот шамаха какой-то, ну, это, ну, он тут не нужен. Нет. Чё ты думаешь, оставить всех так? Это last try. Убиваем, идем дальше. Не убиваем, значит, будет до прохода. Не знаю, когда будет. А ты чего уфишься? Нет, я поведу Кару Бер. А вопрос можно?
вы там последнего чела, на которого гнали, что типа он не туда встал, вы же сами то в звезду, то в печеньку ему. Я бы тоже, допустим, запутался. Ему сказали в центр, он сказал так, на весь чат, я встану в звезду. Закрыли тему. Все нормально. Все готовы, спускаемся. Кушаем штрудель. Это седьмой трай, если что. Ты прям считаешь? Да, по штруделям. Челкин по турбойс. Убежали. Дальше дом. На крекер по пан. Челкин, Желани, Бузер, Сомер и Льдалин. По центру чуть-чуть левее. Справа. Справа. По центру разбили, главное. Раскол. Там бежали. Мастер аут. Я надавал нас на предыдущий. Воздушная фаза. Ромка, турбойс, танкодру, Джованни, Шамах. Справа. По центру чуть правее. Влево. Центрально не убить. Убили, прячемся. В центре чуть-чуть левее, прячемся. Разбили груду. Мастер аур, сейчас мы давай. ТК Горн. Там бежали.
Воздушная фаза. Мидвей, Макрекер, Пантер, Бой, Сомервиль. Справа. Глыба фуловая. Да, фуловая глыба, как дела у вас? Разбили. Челкин, потурбойся. Вальтер, потурбойся. Вторая фаза. Турбойся налево. Тащил Рейден. Рейна, центр. За дом налево. И скинул пока. Рейн на центр. Фул захильте. Сомервиль налево. Так, пистол на хп. Диджей, Бейв, Далина. О, Матума на центр. Сейчас присяжка будет. Иди, Тём. За глыбу. Отбегай. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Ромка налево. Дайлен, Бейрди, Яночку. Могу поднять кого-то. Да, Игрина, подними. Царь на хп. Ощущаю в точку рубойс на центр. Ты чё? Видишь, где я сдох? Тихо-тихо. Не убил, замечка. Танка Дру, Бэйр, царь обезьян. Веду налево. Угу. Захильтесь на фул. Джованни на хп. Бузер на центр. Метку сливаем. Остальные лить не будем, отбежали. Не разбейте метку. Не разбейте метку. Дал прожимку. Френфиш налево. Геру дали. Геру. Играем чисто в босс. Лево-право? Да. Да, выносим налево или направо. Играем чисто в босс. Царь направо. Не, все не раз. Неужели, бля?
Сейчас кто-то всех заморозит. For fuck's sake. Ты был не выпал, зачем я старался? И смотри их там. Ребята, вот вы приходите в рейд, да? В эту игру играть. Вы не читали. Мой находник Шаман, погоди. Вы читали бы хотя бы разок. Так, панты забирал. А как квестик сделать? Не забирал, короче. Он на этой навальке дается. Пойди сюда. Второй. Да куда ты бежишь, подожди. Пойди сюда. Пойди сюда, вот. К черепку, сюда. О, сюда трое всего было. Вот, вот смотри, ты танчишь здесь синдром. Вот, ты танчишь здесь синдром. Я сейчас покажу. Я вот стою, ну, вот здесь. Как кастую гимн. Как меня могло убить дыханием, бля? Диджей, тебе так надо? Дыханишь не конусом разве бьется? Конусом. Ты видишь, где я стою и где этот дракон? Там вообще, конус, там конуса даже близко. Там конуса даже близко нету. Конусом бы меня убил, если бы я вот здесь стоял, к примеру. А, ты сильно кричишь. Напрягаешь. Конус 120 Господи. Градусов. 120 градусов. Знаешь, что это такое 120 градусов от круга? Кому-то лич нужен, кто сейчас здесь. А кому сдается хрустальная сущность Эндергоса? Она драконьем погосте. Квест дается в драконьем погосте. Там он говорит, где дается хрустальная сдается. Сдается драгоня по гости. Квест был, да? Нет. Это я еще с прошлой недели был. Вставайте ли сейчас первого утра? Вот ты, да, уже хуёво. Есть камень на крит у кого-нибудь? Желтый. Я вопрос в засыпку. Вот меня в комнату кидает, там этого чувака я как бы, ну, каста сбиваю, да, вот. Это кто? Чувак Пчелкин говорит. Угу. В прошлый раз меня в комнату закинул, я его сливаю, ему все касты сбил, у него 100 тысяч осталось. Я, грубо говоря, его по хп не слил, и меня убило. Ну, тебе что надо делать? Убивать, стараться подбить, касты затыкать и своего прохилить, так как он помогает тебе что? Задамажить его. Дим, ты что-то лагаешь, капец. На крэке так же, ТД. Кто-то не был здесь. Я понял. Просто не захилился. Дим, ты прерываешься. Не знаю почему. Погоди, я релоуд жму. Кто-то не был на лече? Я не был. Ну, ты во мне джедая увидел? Кто не был, прыгайте со скалы сразу. Вот я не был. А ник у тебя есть? Макрякер. Ну, вот так вот надо. Сейчас релоуд жму, быстро да, так. Блин. Да я быстро объясню, не беспокойся. Нет, нахуй. Я не про это, я не про тактику, я бы просто поменял. Да, напрягает нахуй. Понимаешь, вот ты, ну, объяснять это одно. Просто с такими показателями ДПС, они, во-первых, Геру не пойдут. Какой хрен им этот лич нужен? Им он не нужен вообще. Блять. Там надо присланное вот нужно лично закрыть. Ничего, что у меня main spec танка, не? У кого? Пока у Макрякера. А ты что, танчить умеешь main spec? Так. Ну, мне это опыт надо набираться, как? В ютюбе смотри опыт. Да чтоб не что? Тупил в рейде. Обязательно послушай твой совет. Ну, лучше послушать. Идет в CLK оф танком и не зная тактики. На что ты надеялся? Что тебе расскажут тактику? Так и случилось.
Так-то. Бля, я примерно так проходил десятку. Блять, стопните вы флут нахуй. Хуя вы все, блядь, такие пиздатые игроки, нахуй, без всяких тупников на, блядь, на Синдре и на остальных боссов. Кто-кто бы, блядь, говорил? Первая фаза до семи, этот, босса, три фазы, две перифазы. Соответственно, первая фаза, стоите все в печеньке, бьете босса. Произношу ник, на того, кого ник я назвал, кидается болезнь, соответственно. Кинулась болезнь, назвал ник, вы выбегаете с печеньки к трусам. Не надо именно перед лицо мобов лезть. Где-то к спине подошли, я с вас диспелил болезнь, вернулись обратно. Это все на первую фазу. Соответственно, довели до 70% хп, начинается перифаза. Заходите вот сюда на лед. С вас будут появляться духи. На ледяных шарах, ну это потом, ледяные шара Джованни и Лианочка вы подбиваете. Далее появляется дух, хватает их Void Beast, соответственно, Шарпи. Диспелишь с него этот, как его, сало. Перед лицом духов никто не стоит, потому что они, как его, кидают конус на ОЕ и вешают сало на вас. Извини, Медвей, можешь? Они на половину хп. Повторите, с кого здесь полить сало? С Void Beast. Все, хорошо. Далее, соответственно, бьете духов, будет духа 3 штуки. Соответственно, новый появился, старого докливаете, начинаете играть нового. Далее, перифаза заканчивается, с босса будут лететь маленькие шары на рандомного человека в рейде. Соответственно, к этим шарам не подбегаем, пока их не убили. Если вы подбежите, они взорвутся, вас нахуй выкинет с платформы. Далее, забегаем сюда, локи, ставите здесь порталы, в под жопу босса не идете. Соответственно, все остальные на второй фазе, когда перифаза закончилась первая, на второй фазе бегут под жопу босса, не перед лицом духа, потому что один дух 100% не будет залить. Если также перед лицом духа вы будете, на вас кинется конусная ОЕ плюс дымак. Это ж может быть шот. Соответственно, на второй фазе сначала убиваем гневного духа, потом играем по личу. Далее, на второй фазе будет появляться три валькирии. Три валькирии будут трех рандомных людей хватать и нести к обрыву, чтобы их скинуть. Соответственно, дебажим по ним. Будет на них вешаться метка, печенька, трусы и ромбик. По печеньке дает молот правосудия Мидвей. По трусам Вальтер, Макрякер по ромбику. Соответственно, они летят краю. Далее, чтобы выпустила валькирии тех трех рандомных человек, которых они взяли, соответственно, надо валик убить. Далее будет вешаться каст осквернения, соответственно, на кого она повесится, под ним появится черная лужа. С осквернением вы отбегаете от босса в рендже друг от друга в рендже 5 метров. На кого кинется осквернение, я скажу, соответственно, выносите его. Или к порталу, или к трону, где сейчас прыгает Медвей, или к порталу на противоположную сторону. Самое главное, что запомните, вы не подбегаете в сторону, точнее, на тот путь движения, который несет Валькирия к этому к краю платформы, чтобы скинуть. То есть на движение Валькирии никто не подбегает. Будет лужа, будет ГП. Далее, соответственно, с этой лужи нельзя выпрыгивать, с нее надо быстро выбегать. Все от того человека, на кого будет на второй файт меточка череп, должны быстро отбежать. Вынесли осквернение, подбежали к боссу. Бьем босса, слушаем мои команды. Далее, доводим до 40% хп, начинается вторая перифаза. Забегаем опять же на лед, этот лед появится. Также льем духов, также на шарах Лианочка и Джованни. Далее, убили духов, начинается третья фаза. Войд этот ловит или с той стороны, или с другой стороны, ставит на босса жопой краю. Соответственно, все остальные стоят под боссом. За спиной босс. Далее, будет босс призывать духов. Когда босс призывает духов,
вы справа или слева начинаете бежать в РНЖ друг от друга. Вот этот путь центральный или противоположный вот сторону, то есть оставляете танк, который будет вести босса на другую сторону, когда будет призываться духи. Соответственно, почему бежим по краю и в РНЖ? Потому что будет вешаться осквернение. Осквернение также на очень быстро выбежит. Да, вынесли осквернение, соответственно, перебегаем на другую сторону, встаем под жопу босса, потому что будут лететь духи. Духи взрываются, как подлетают к людям. Духов буду разбивать я. Если надо, чтобы кто-то разбил, соответственно, шпшники в тучке, эрпалы в бабле. Соответственно, для чего мы стоим за спину? Потому что, чтобы духи летели в одной полоске на людей, которых они выбрали. Чтобы мне их было проще разбить. Дальше. Будет босс хватать одного рандомного человека в рейде и посылать его в комнате. Этого человека надо максимально быстро захилить, потому что очень жесткий по нему дамаг проходит. Если его не захилите, во-первых, увеличится, и у него увеличится дамаг. Это, возможно, шот танков. Далее. Того, кого портануло в комнату. Для хилов вам надо затыкать касты, подбивать моба и, соответственно, красненького противника моба вам надо подбивать, зелененького моба вам надо прохиливать. Далее, для ддшеров вам надо сбить каст, убить моба. Моба не убиваете до того времени, пока вы не сбьете хотя бы один каст. Если вы не сбиваете каст, то сдыхаете, соответственно, босс увеличивается. По тактике я вам все объяснил. Рыбу поели, надеюсь. Еще раз рыбу поставил, чек на готовность. Вары тут сейвятся? Нет. В обычке всех разбиваем просто. Сейвятся только локи. Палы какую длань кидают? Когда Никакую длань не кидают. СС, задум по танкодру, дайгрин по тиджею. У Матума готов? Да. Ну, ты говорил, один паладин кидает одно. Молот правосудия. Останов. Печенька, Мидвей, трусы, Вальтер, ромбик, Макрек. Понял. Предупреждаю сразу, кто хоть один накосячит, сразу 500 ГП влетит. Если что, я замена, я хочу рейд. Я могу уйти, если надо. Сейчас плитой забрался, это дело. Минус один хитрожопый. Ребята, вы успокойтесь, самое главное, вы уже в ней не стоять. Самого сложного босса мы убили. Да, это тебе показал. Ребра. Самый сложный босс это Войд, потому что он заебал. Заебись, Ралли, ты хотел сказать. Я за лишний флот буду тоже ГП раздавать. Дали поставить друиду. Бьем. Рейд.
Крик. Матума. Бойбист, блядь. Вальтер, ко мне. Пан, ко мне. Чему проебал? Диспетти. Блядь, я вынес бы, чё диспели. 3 секунды, я диспели. Второго дайте спокойно ему поставить, там пула нету. Один раз ударил. Далин, бэришь там кадру. Не надо, у меня камень душ. А, на второй фазе, на второй фазе. Кончится фаза стана. Ага, хорошо. Тогда бэрнешь Вальтера. Нового духа, играем быстрее по духам. Аккуратно в сфере только. Дошли. Ушли с платформы. Ушли с той платформы. Гро, 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 гро. Блять. На комп. Блять, болезнь на комп. Блять. На пане, пан. Да я диспелю. Валь. Валькирии, готовимся. Все отлично. Пойдем по валькириям. Прохил Вайдай! Оскорнение 5 секунд, забежали. Тёма, давай капнем. Оскорнение, Ром. Там стаки у меня сейчас 40 стаков, 50. Он убил сейчас. Дал прожимку. Разбили быстрее. В босса. Далее на прохил. Валькири 5 секунд. Готовимся, заспу на босса. Сканение 5 секунд, разбежались. На Дайглине, вышел, вышли, бьем. Бьем быстрее. По ромбику стан, да? А, там мертвого. По ромбику кто-нибудь. Ромбик себе, дайте. Трусы влились. Печеньку влились. Быстрее. Сканение 5 секунд. Ренжу набрали. На Пчелкине. Отошли от Пчелкина. Быстро. За спину босса. Быстрее. Валькирии хватает. Играем по валькириям. Геру дали. Танкадру, БЛ Далина. Оскорнили 5 секунд, отошли. На Уматуми, отошли от него. Валькирия. За спину лича, бля. По валькириям. Осквернение, 5 секунд, отошли. На задуме, да. Отошли. Играем по валькириям. Дайте ману хапресту, шарпестул. Царь на хп. Ой, царь на ману. В тучке пока что. Угу.
после на ману. Валькирия 5 секунд за спину босса. Локи, можете порталы поставить с краю, чтобы на вас времени не теряли. Осквернения разбежались, быстро! На шарпистоле отошли. Раза. На трусы забили. В трусах кто? Кил. Какой? Пчелки. Ты хули там пчелки? Берешь босса, я его берну. Ага, хорошо. Сейчас его скинет. Прохил рейда. Осквернение 5 секунд. Рунжу набрали. На дальний отошли. Прохил рейда, быстро. Все, он топ-ток забрал босса быстрее. Валькирия, подымай. По валькам играем. Что-то вложил. Очернение 5 секунд. На Тиджей отошли. Валькирию разбили. Валькирии, готовимся. Валькирии, мы играем, осквернение 5 секунд. На бузе, отошли. По валькириям играем. Байда прохил. Ой, дал каплю. Типа по один на бафу. Осквернение 5 секунд. Нжу набрали. Ой, бля. Ромка. На Ромка отошли. Какой то Шарпи минус. Треугольники медвей. Треугольники медвей. Подошли сюда, разбили. Ау, есть. Стан ему. Отлично. Ничего себе, нет. Так, отквернение 5 секунд. Рыжу набрали. Так, у кого БР есть? Скоро перейдем. Тижи, друг. На пчелки не отошли. Забили на Валькири сейчас. Под жопу босса встали. Играем чисто в босса. Пчелки не. Прохил рейда. Приходите на саку, да? Дал хп, хп могу. Дай мастер аур. Давай на хп. Не успел, меня убили. Било, не, нету прохила. Да это вайп нахуй. Зашли, вайпнулись. Может, им еще одного хила там забрали? Нет, 6 хилов было. 6 хилов. Да. Походу дисконт. Да, походу. Да, 4-7. Сука. Слаг попал, да? Да. Кстати,